Так, надо музыку свапнуть, чуваки, обязательно. Не надо свапнуть музыку. Такс, не надо свапнуть музыку. Привет. Угу. Привет. Я случайно нажал. Привет. Я и телекосмос. Пойду за врата. Так, есть Синди против корпорации, тоже почти коммунизм. Нет, коммунисты тоже существуют. Понимаешь, корпоративные ренегаты. Секунду. Корпоративные ренегаты, которые... Если пойду в гейт, чтобы вас найти. Бля, ну сейчас смотрите, как у нас это устроено. Там, подождите, у меня кто-то что-то... Нормально. Вообще, наверное, как основная идея... Она, наверное, сейчас от, ну, от текущей она практически не отличается. Маленькие корпорации объединились, создали синдикат как ренегата, ренегата для корпоратов, спонсируют его и дают ему возможность уничтожать типа другие корпорации, чтобы маленькие корпорации росли. Вот как-то так. Это, в принципе, звучит норм. Но надо это все правильно и красиво расписать. Шаришь? Мне кажется, Синди очень близки к НТ, но особенно, собственно, как НТ к Синди. Не. Разные структуры. Так, сейчас надо еще мод взять. Антимонопольная служба. Ну что-то вроде, только более радикальная. То есть, если они против монополии, то малый бизнес и такое. Типа того, да. Это объединение. Смотри, существует, существует такой негласный альянс маленьких корпораций, маленьких, маленьких ларьков. Представьте, короче, давайте проще объясню. Существует рынок, да, вот рынок есть, обычный рынок с маленькими ларьками. И существует, ебать, какой огромный, там, я не знаю, существует лента какая-нибудь, да, огромная такая, там все есть. Или какой-нибудь Ашан. И такие чуваки на рынке сидят, думают, ебать, сука, заебал этот Ашан. Нам нужно создать, блять, структуру, которая будет этот Ашан подрывать, как угодно, нахуй. Там, сжигать их поставки, там, убивать их, блять, людей. Типа, ну, убирать их. И появляется синдикат, короче. Вот теперь понятно? Сжигать их склады, блять, уничтожать их там шаттлы. Внедряться, пиздить их там всякую штуку на станции. Здрасте. Здрасте. Началось. Добрый. Это вот если простыми словами. Мне нужен набор медицины в гейт. Полный. Хорошо. Ларьки объединились против Ашана, вот это я, блядь, хуй знает. Сюжет уровнем Мстители финал. Но это я ж, блядь, с простым языком говорю, Катафан. Ну что ты такой, блядь? Бля, может, тебе, может, второй аккаунт тебе тоже заблочишь, Катафанчик? Да я прикалываю, что ты обижаешься. Блять, а я не прикалываюсь, а я сейчас нахуй на серьезном ще сижу, тебе рассказываю об этом. Ну ты чего, бро? Аптечку. Оповещение от капитан здесь приветствует всех сотрудников. А точно. Сегодня у нас 10 минутку. Второстепенных задач. Прошу всех вас соблюдать чистоту на станции. Не мусорить. Здорово, Алтын, здорово, 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 здорово. Здорово, здорово, здорово. Николай Нутков. Жан-Поль Пельмендо. Ясно, стример Токсик призывает блочить Аки. Не, да у ситуации с Катафаном просто смешная. Ему аккаунт там заблочили. Что-то от радиации. Датчики в третьей найду в крите без датчиков, буду убивать. Что от радиации? И урону мозгу. Ладно. От радиации дала. Так, а что это? Потасиум? А что за крит такой?
Короче, ясно, меня прайм окончательно умер. Попробуй переустановить Beyond полностью. Я разжигал ненависть к религии и национальности. Осуждаю тебя нахуй. Осуждаю тебя, Катафан. Ты что, дурак, что ли? Ты дурной? Спасибо. Ищи что-то. Спасибо. Это все. Это все. Приветствую. Что? Это кто умер? Я Кэсмо. Так, мне надо еще гидган МК-2. Было бы очень неплохо. Было бы очень неплохо. Да, вот нет вагранта сразу, ни закрепа в чате, ничего нету. Нихуя, вот ровным счетом. Эх, эх, да, да. Угу. Да вообще. Так может сделаешь рулам, а не будешь ехать? А я тебе сабочку за это подарю. А я ведь шеф. Попробую. РД. РД. Мне нужен гидган второй модели. Второй модели. Пару минут. Хорошо. Слушайте, 70 человек. Хорошо. Цены, очень неплохо даже, очень неплохо. Сейчас запись открою, скопирую сообщение, давай. Тоже белый экран, приток на SSDS, на сервера 0 заходит. Парни, попробуйте с VPN'ом зайти, кстати, буду. Попробуй с VPN'ом зайти, мы поймем, оно не оно. Пошел работать за ЗП. Достоился, мы поиграл. Не спускал на сервер, тут дурацкая ошибка. А что за ошибка? У меня сегодня на X2 норм зашло. Как только сделали рестарт, так сразу умер. Ага. Не, VPN не помогает. Полностью переустановить Beyond, станцию, вообще все. Пробуйте. MBRKN блочит сервера, на которых вы хостите? Нет, у меня все работает. Поэтому малорика с точки зрения земли, это скорее даже выгодно будет. Это про что ты говоришь? Над, спасибо большое за ресап. Тир 3, 47 месяцев. Старый, очень старый. Очень старый. Гаул. Привет. Хуй туда знает. Важное. А чего стоишь тут? Я жду разработку. Я жду разработку. Оружие. Да ищи в полном. И ухожу за врата. Пошли попросим. Да. И так неплохо. Не знал, что ты тут. А, ты сегодня во врата прыгаешь. Именно. Алло. 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 Ребята, вот знаете, типа, как оно было? Вот в станцию у меня нормально заходит, да? РКН ничего не блочит. А вот нахуй сервера ОБСа РКН блочит периодически, они отлетают. Периодически, да. Ой. Собственно, я нашла Пи, владельцу которого был некто Джон.
Насколько я понимаю, бусы. Он был сильно повязан на Трейзена. То ли разрабатывал для него что-то, то ли что-то еще. Я пока разбираюсь. Но самое интересное в этом-то и есть что-то инородное. Не надо. Инородное. Словно там кто-то исчезает, кроме программы. Это возможно? Я надеялся. Это возможно. Подожду. Подожду. Придется ждать. Подождем, что поделать. Подождем. Подождем, подождем. Пип. Лил пип-пип-пип. Пип-пип-пип-пип. Я изучаю данный вопрос. В принципе, мы уже можем копировать сознание, клонирование тому доказательства. Бля, это что, киберпанковский этот? Как его? Это... Бля. Как это называется? Кто был Джонни? Кто он был? Кем он был? Как же это называется? Вам стажер не нужен. То есть, ты считаешь... Пи... А значит, да. Можем оцифровать в теории. Энграмма, да. То есть, кто там ты считаешь, что внутри Пи заперт живой человек? Что-то вроде энграммы. Что-то вроде энграммы. Вроде... Здорово. Что делать с гидрофазерным ускорителем частиц? Бля, ну задумка, кстати, прикольная для РПшки. В принципе, норм. Да-да, суй в лор СС-13 киберпунк. А тебя не смущает, что СС-13 это в принципе огромная солянка из всего? И боюсь, что мне нужно будет попасть на лаву, но позже. Он существует. Найди меня, я помогу. В СС-13 порги буквально так работают, доброе утро. 5 с русским РП, дерезня убийства и взрыв лимита к меди. Небольшой вопрос. Мы предвестнику оставляем хук демона тени или убираем, добавляя шадулинский стан, отключение освещения. А тут как хочешь. Хе-хе, не? Еще как, блять, машрум, еще как. PlayStation это вообще, это лютейшая солянка из всего, буквально, блять. Буквально из всего. Конечно. Мне потребуется твоя помощь. Я тебе расскажу все, как только разберусь с Пи. Только... Вернись, ладно. Знаю я эти врата. Там небезопасно. Не переживай. Я побежала. Буду на связи. Скопировал же. Сперва загрузить. Будь осторожна. Джетпак модуль. Здорово, Таня, привет. Привет, привет, Таня. Это мое третье имя. Второе почему-то наркоманка. Можно Машку Даляшку? У вас еще есть. Давайте еще один тогда. Ты в гейт? А то вдруг ты во врата. В гейте космос. Конечно. А3. Пойдем вместе. Естественно, вместе. Угу. Я не желаю там сданхуть. Эрдэ. Сдохнуть. Долго там? Долго там. Да нету пока ресурсов. Окей. Вот сейчас. Я вернусь через минут 10. Пойду забирать, может. Я вернусь через минут 10. Угу.
Получилось починить, заходи на сервер, в чате две кнопки, хер, надпись, что не загрузилось. Мне на них HD подмигнуть не помогло. Вот так вот. И жрать нечего. Ребекка. Кто-то новенький. Эрик. Давайте тогда подумаем. Секунду. Все появляется, новые персонажи появляются. Что там по манифесту? А что по манифесту? Я думаю, что-то слабоалкогольное. Шеф. Шеф. Си. Слушаю тебя. Мне нужны пойти в гейт. Поярче. Прямо как наша жизнь. Сможете сделать и упаковать красиво. Пойди. Чао, проблемы с едой, вам калорий побольше и повкуснее. Мне просто, чтобы выжить. И чтобы не портилось. Надеюсь, что вам понравится. Мне просто, чтобы выжить и чтобы не портилось. Я не привередлив в еде. Ну, думаю, вы на рыбной и соевой диете пожалеете. Рыба? Она же... Рыба. Она же быстро гниет. Ладно, что-либо придумаю. Здравствуй, Сипсимар, привет. Здравствуй, друг. Синий очень. Мол, тебе неприготовленный стейк из рыбы с солью. Проживет достаточно. В общем, да. В общем, да. Мне нужна вода с собой. Мне нужна вода с собой. Во фляге. У вас есть фляга? Не. У вас? У вас. Можно бутылку? Можно в бутылку. А хотя ладно, такому красавчику выдам флягу. Спасибо. Мутадон? Есть, манитол. Ваши сотрудники на меня бочку качают. Может еще чего? Давайте, что фирменное. Бля, 74 человека, пацаны. Ну ебем, пацаны, ебем. Ебем просто, ебем онлайном. На прайме. Вы молодцы, я вами очень горжусь. Бармен, приветствую. Бочки с вином, беру два. Фирменные, жаль. Мне, пожалуйста, темного русского. Ананас еще не доехали, сделала бы пинаколаду. Секунду. Нас может быть еще больше, если еще там у людей лагать не будет ничего. Это будет прям офигенно. Возьми пару таблеток от одной, хотя бы бутылочку глюкозы, чтобы на реке ее инолировать. Да вы шарите за вино. Это коньяк. Фирменное. Это коньяк. Коньяк, да. Здравствуй, бармен. Прихожанам нужно вино. Не могла бы ты дать мне бутылочку? Вкусно. Перекусить почему? Спасибо. Темно-красный только стебан. Бонжорно. Один стейк из лосося, 20 кредитов. Проведите картой. Мутадон. И глюкозы чуть-чуть. Для оплаты вашего обеда. Угу, вижу. Теперь не только. О, присыла. Эй. Мне нужен мутадон. Ась. Уродов нету. Мне нужен мутадон и немного глюкозы. Поможешь? Войдем? Вы мне. Лучше с класса выпить, чем вино. Естественно. Товарищ капитан. Выдаем. Окей. Гаспо, ваши сотрудники отмыли вы от работы и прессуют меня впервые. Привет.
нет. Открой рот, будь любезен. Ты эту пушку спрячь. Спасибо. Спасибо. Это кто-то тоже новый перс чей-то. А у Муркинчика. У него так много персов. Еще надо. Хватит, думаю. Хватит, думаю. Спасибо вам. Вы... Не за что. Вы очень похожи. Сестры. Да, мы знаем. Ну, есть немного. Нет, нет. Хэви. Не пугайте меня так. Я поразмыслил о жизни, получилось быстро. Думаю, не я один так думаю. Мать и дочка. Пока черновой вариант, но невероятно. Насчет теней, норм темка. Чего будете? Рыбка. 121 тысяча 221. Как успех? 21 миллион 20 тысяч. Два пива. 1 миллион 20 тысяч 112. Шесть. Два пива. 220. Вот нашла ты. 20 кредитов. Проведите карты. Активировать получилось. Уточняй ход. Собери, пожалуйста, их души. Молодец, сколько сундуков. Русско. Приятного. Благодарю. Черева. 112 тысяч 101. Черного и ребенка. Дайте возможность ему сбежать. Или кончится. У меня ноль. Долой того. Хорошо. Секунду. Разделай и собери правил. Да. Как эти КПП общались, я, конечно, такой сижу, слушаю это вот. 111 миллионов, 111 тысяч. 11. Сейчас я попытаюсь выяснить детали. Возможно, придется идти в РНД. Можно, пожалуйста, два кофе? Геннадий Майкас поздно. Данные в записях охраны. Секундочку, Игорь. Отсутствуют. Медицинские записи отсутствуют. Одно крепкое, другое с соевым молоком. Он пытается меня просканить. Это... Слушаю вас. Спасибо. Он распознал твой голос. Пакс, кофе. Кушать хочется. Сейчас сделаем. Она, если быть точнее. Боюсь, это все, что есть. Потенциальная угроза. 20%. Уровень низкий. 20 кредитов, обед. Проведите карты по терминалу для оплаты. Хорошо, все пошел. Все деньги идут в счет сервиса. Я... Ты угрожаешь мне на 20%. Тщательно постарался, чтобы информации обо мне было. Минимальная. Приятного. И чем же? Что у нас сегодня? Чем же? Грабеж. Одно на сон. Второе покрепче. Ого. Уровень угрозы. Думал сделать 5%. Кухню фастфуд. Бургеры, творог, слеплаки. Повторить. Аривидерчи, что рыбка. И дорого. Так, мы ждем своих пайки, ждем оружие и уходим в гейт. Это мне не Хоуп. Хоуп, есть какие-либо архивные записи о Миднайте Блэке? Пусть говорит, я хочу это слышать. Пусть говорит, я хочу слышать. Хоуп, форма кошечки. Что-то уже прибрал. Да,
Данные в базах Энтри отсутствуют. По крайней мере, в тех, к которым у меня есть доступ. Язык путается. Хм. А что вообще? А что вообще можешь отыскать обо мне? Интересно. У нас есть не было ни Серика. Вино для прихожан. Приходите в церковь и будете чисты от грехов. Давай, скажи все, что знаешь. Взаимодействовал ли мистер Блэк с Джоном? Возможно, там есть записи. Котяра. Джон. Сканирую базу. Джон, Джон. Не припоминаю никаких Джонов. Джон, он же Иван. Только в инглиш формате. Джон. Говорил, СПИ нету? СПИ? Не очень. Доктор Джонатан Винтерс не контактировал с Виднайтом Блэком. Но спасибо. Бля, опять какой-то РП, чуваки, начинается. Никаких обычных раундов, все, ебем. Данные отсутствуют. Какая информация генерится обо мне? Хочешь? Я могу отыскать этого Джоната Уинтерса. Поджигайте СБ. Он умер. У меня за стенкой кого-то забивает. Что угодно. Ну, или пропал без вести. Я искал и мертвых людей. Тело не найдено. Кого я только не искал. Друг погиб. Кнопки везу в карго. Для этого нам и придется пойти на лаву. Что? Что есть на лаве? Мертвый астероид. Что есть на лаве? Мертвый астериут. Астериут. Но не сегодня и не сейчас. Потом. Ошибка. Кто на пишке, кстати, играет? Неплохо отыгрывает. Угу. Я достала элитный мод синдиката. Вам нужно... Смотри. Это незаметный ребрант, когда резня? Ну типа. Ладно, смотрим, мне самое интересное, что они там придумали. Ну, придумали что-то, ребята. Почему бы не поучаствовать в чьем-то РП? Или я зря сейчас пытаюсь его легализовать для вас. А что, действительно, за хуйня была? Оповещение от Бридгивакса, я все понимаю, но рейд проводить запрещено в эту смену. Вы либо сдаетесь, либо вас покарает НТ. Лучше говорить, а не воевать, капитан Николай Нутков. Стоять! О, воксов все-таки решили выйти со станции. Какие-то воксы в техах им же карго. Давно пора. Успокойся. Но путь этот не будет. Вроде не наши. Угу. Если за стенами я... Алло, чата, вы что, умерли, что ли? Блин, жаль. Где я? Что это за... Чекачи? Чекачи? Ты на станции Кибериада, сектор Эпсилона Ридена. Да, гибнули. Пиздец. Сейчас рез нажму, пацаны. Когда в гейт, жди пока.
Детектив Нана Трейзен. Пишем лор под стрим. Пока не торопись, старичок. Ты в полной безопасности. Тебе комбат или лишний мотоцикл нужен, гейт? Ну, можно. Эри, я пойду. Конечно. Найду тебя позже. Ты реализуй лист, но ничего не обещаю. Как скоро? Скавенджер. Даже в СС-13 есть скавы, блять. Инсайза нету здесь до сих пор. Я в Бриге уже, тут Варден Клоун, ожидаем. А кто на Вардене? МК-2. МК-2. Гитган. Гейган. Ой, гейт. Гейтган. Прошу прощения, гейган, блядь. Прошу прощения. Да, один. Да, один. Гейган, блядь. Кстати, Пиксель, сколько тебе достукнуло? Пока все. Очки для сварки. Очки для сварки. По-хорошему, если есть. Тридцать семь. Ого, Пиксель, ну ты взрослый дядька. Ну ничего. Как себя чувствуешь, мэн? А у тебя вчера было днюха, да, мэн? У тебя вчера было день рождения? РНД. РНД. Да, вчера, бля, у тебя с моим батей в один день нюха, я запомню. Да. Вот такие. Могу дать. Вот такие. Вот такие. А сам маску. А сам бери маску. А сам бери маску. Спасибо. Спасибо. Ты готов? Ты готов. Напишешь? В принципе, да. Идем. Идем. Пайки бы еще взять. И можно двигать. Так-то у нас все есть для успешной вылазки. Ну как там с пайками? Как там с пайками? Спасибо, шеф. Спасибо, шеф. Улетел на север. Готово. Готово. Я за ним. Если не зайду, дуб конкурентам, по моему лору, сейчас снимать фильмы будут. Когда, но серьезно, потому что через неделю процесс получил удовольствие процесса. Да, подожди, старичок. Один донг за раз. Получается, да. А то будет худо. Хорошо. Хорошо. Окей. Все еще спрашивают паспорт в магазине, если бороду сбрить. Ну это ж хорошо, старичок. Как отпраздновал? Тем более на субботу зароляло, а ты че, это ж вообще прям... Это ж прям вообще... Мы уходим. Мы уходим. Оповещение от глава персонала с дескстой КГП закрыто на 5-10 минут. Глава хрен персонала Ян Розный. Так и знал, что это все в один дреже, все! Погодите, легализую ход. Долго? Долго. All systems nominal.
Жду возле, возле врат. Жду возле врат. Нормас. Нормас, пивас. Нормас, расколбас. Солдатик, туалет готов. А душа доказывает состояние после смерти или нет? Я с космоса. Давай. Мод у тебя? Мод у тебя. Более я нормы не сделаю. Нас бы забрали, увы. Да. Жаль. Но не забрали. Нормас. Умрешь, узнаешь. Вот это, кстати, хороший наборчик, блять. Пушку бы. На секундочку отошла от ванной стойки, скоро вернусь. Больше вам помочь ничем не могу. Бери пушку, бери. Бери. Это подлечиться поможет. Норм. Обезболила вам бутылку еще. Да чисто зачил, спарит жизнь, ничего особенного, понятно. Понял, понял. Пон. Спасибо. Ну, рванули? Рванули тогда? Ну, рванули тогда. Спасибо тебе. Скарин. Удачи нам на той стороне. Мат. Один. Принято. Два. Три. Ох, ебать, мы встряли. Ох, ебать, мы встряли, чувачки. Чувачки, чки. Похоже на заброшенные пещеры. Да. Дела дрянь. Дела дрянь. Да. Чё-то, чё вы спите-то? Не хотят общаться. Прощай, Миднайт. У меня Night Vision. У меня тоже. У меня тоже. Ими замки. Заводите ставку, выйдет или нет? Ставку хотите? БТВ разработский чат есть? Ну вот Таумчик я видел был в чате. Он да. Шарит. Ну, душат администраторы. Душат. Вот, блин, крысики они. Ребята, я вот играю у нас на блэке. Что праймовцы думают про наш сервер? Праймовцы очень плохо думают про мейны. Если честно. Если тебе коротко сказать, что думают праймовцы, я думаю, что они думают плохо. Бля, ебать МК2 за рофль, за этот, за нерфили, пиздец. Спасибо за крутой раунд, я спать за эту работу, надеюсь. Давай, тебе спасибо за помощь наших персов. Оповещение от глава персонала с диск, уважаемый экипаж.
Только сегодня мы ищем ботаников с повышенной оплатой, страховкой и бонусами. Только с опытом работы с растениями, порядок. Глава персонала Ян Грозный. Порядок. Да. Надо идти. Надо идти. Блэк, это старая пара? Нет, ребят, у нас нет серверов на старой паре. У нас только новая пара есть, и все. Только новая пара есть, и все. Я думаю, нам туда. Я думаю, нам туда. Кстати, а Кона на сервере? Нет, Кона сегодня нету. Руда. Плазма. Плазма. Объект НТ. Старая шахта. Бля, кстати, вот еще, знаете что? Было бы здорово, вот если так думать. Свят Сынский. Здорово, Свят, короче. Спасибо большое. Слушай, чильный старичок. Сидим в гейте, все нормально. Сейчас вот размышляю про то, что вот каждому гейту бы конкретную бы историю еще поднаписать. Что было здесь и все такое. Ты видел вообще такой кирпич? Неа. Лучше не трогать. Лучше не трогать. Думаю, нам сюда, вроде бы, блядь. Не сюда. Не сюда. Штайгер, спасибо тебе большое за реса. Привет, дружище. Привет. Спасибо огромное. Как быстро летит время. 16 месяцев уже, старичок. Да, время летит быстро. Это правда. Ты чё, как у тебя делишки? Блять, он бросил нахуй нас. Я в ахуе. Подарок 15 месяцев, что так бывает? Да. Такое бывает, нагодовая, да. Что за летающие черви? Ладно, чтобы инфекцию не разносили. Да я все еще подписки от Феникс. Дела неплохо, потихоньку. Работы много, капец, но впервые она мне нравится. Занимаюсь ДНД, тут готовлюсь к очередному отпуску, но пока не решил дома откисать или ехать куда-то. Понятно. Ты сейчас в Сербии или в Черногории еще? Идем. Идем. Не отставай. Плохо. Сербия, да, хотя не знаю, сколько тут назад уже хочется капец как. Если не текущий крот, точно бы вернулся бы. О, не знаю, мне кажется, уже столько людей повозвращалось в Россию, типа, и себя норм чувствуют. Нет! Нет. Блять, ну как так? Ну как же так? Черт.
Ну как же так? Как же так? Черт! Пиздец, мы остались одни, пацаны. Ладно, нам Хатару дал намного много всего. Для меня только работа держит. Тут прям. Мне тут прям очень нравится, она врыв не предоставит, потому что оттуда не поработаешь особо. А, ну понятно. А по деньгам как сработались? Ну, типа, хватает там на все. Жесть, админ заслужил за выход из спермы через космос, это круто. Ну да, это нормально у нас на прайме. У нас так не играют. Ребята, приходите на прайм сервер, типа, ну... Не смотрите, что здесь стримеры, автократы, типа. У нас здесь свой загон, так сказать. Свои правила, своя песочница. По деньгам вообще шикарно, мне еще больше платят, чем на прежний. Потенциал роста ЗП выше, так как я тут прям много чего могу делать, решать, организовывать. Но чувствуется, что я могу тут неплохо вырасти. А, ну тогда, если есть и рост там, и потенциал, то, конечно, лучше оставаться. Тем более, Сербия вроде неплохая страна. Я не помню, куда идти, чуваки. Похоже, сюда. Пока за полгода чувакам столько всего надела, они сами вахерят, но вот темпа работы еще больше возможно делать. Блин, ну это круто, Штайгер, реально круто. Это прям реально круто. Так, кстати, ребятки, пока мы тут весело проходим гейт, я хочу вам рассказать об одном классном сервисе, который называется GGSell. С GGSell, ребята, купить какую-то подписку в России становится намного проще. Не только подписку, также можно купить игровую валюту, можно купить PS Plus, можно купить какие-то ключи на игры и всякое разное. А также сейчас у них действует особо классная акция на пополнение Стима. Все, что вам нужно, вы переходите по моему баннеру, нажимаете на него, переходите на сайт GGSell. Сейчас он у меня, правда, бывает, конечно, долго подгрузывается, но, возможно, это из-за VPN. Указывайте свой логин Steam. Хочу отметить, что их комиссия составляет всего 5%. То есть при пополнении на 200 рублей вы заплатите всего 210. Это одна из самых, в принципе, низких комиссий среди всех сервисов. Поэтому пользуйтесь GGSell, друзья. Это очень круто. Вам не нужно ни логиниться, ничего. Вы оставляете свой логин Steam, переходите к оплате, оплачиваете и получаете денежку на Steam. Все очень просто. Поэтому, ребята, регистрируйтесь, получайте и будьте счастливы. С GGSell жизнь становится проще. Не благодарите. Так, ладно, а мы идем дальше. Еще один паук. У тебя протыкивается кнопка на смену валюты? Ламыч, сейчас тайминги запиши мне, потом менеджеру сдавать-то все. Да вроде да, кстати. Окей. Вот он, киберган, видишь, по общему логу, у тебя на пол ебало открывается рекламный баннер. Ну, пацаны, жить же надо.
Здравствуй, Дельмиро, привет. Здравствуй, здравствуй, дружище. Здорово, Хакс. Ай, блять, это блок по пизде пошел. Здорово, здорово, мэн. Да ладно вам, парни. Надо ж. Реклама же, реклама. Хорошо, что она есть. У меня в целом, целый год у меня ничего не было практически. А потом как привалило. Так, тут мы проходим, тут у нас паучок. О, сейчас будет жарко. Ну давай, вылазь. Вылазь. Так. Комбо-стимулятор инжектор. Очень хорошая штука, кстати. Мы воспользуемся этой. Что она через рик может это делать? Dot Ultimate 0 результатов. Рекламишь хорошо, но сервисом я пользоваться не буду. Почему? Потому что есть другие опции. Ну это для тех, у кого нету таких опций. Главное не казик, а так норм. ОФК. Так. 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 Нам нужно куда-то на север, парни, насколько я помню. Где тиммейт, он умер. Тиммейт помер. Вот чем хороша станка, да? Ты можешь придумать классного РП, еще и в РПГшку хорошую поиграть. Пошел там, долбишь камень и все прочее. Спасибо за неиспорченное настроение X2. Что там было? Я считаю, что ты душишь. Я без нападок просто расписал, как есть. Тут закрытование погнуло здесь. Я бы сбежал, если бы не в ЦРСБ. Я считаю, что жду. Спасибо за игру. Спасибо за неиспорченное настроение. Бля, опять драма началась. Это был Коно! Здорово, коняшка, привет. Привет, коняшка. Слушай, ты знаешь, я сегодня зашел в гейт, я вот только начал о тебе вспоминать, и ты тут как тут. Слушай, надо новый гейтик сделать, наверное, как хоть, не хочешь? Не хочешь поделать новый гейтик? Какой-нибудь классный. Привет. Спасибо большое за поддержку, Кону. Спасибо большое за 300. Спасибо большое. 307 на полоске, пацаны. Немножко неровно, но очень круто. Спасибо большое. Спасибо, парни, огромное. Кстати, у нас же собираются ввести штрафы за смерть. Да, кстати, Самэль. Да, был какой-то трек от игрока, потом процесс. Штрафы на смерть, да, звучит очень классно. Я уже комментировал это. Ну, можно только сесть на это поделать. Идеально можем хирку как-нибудь присунуть. Присунуть на хирке. Выбирай, кому хочешь присунуть на хирке. Так, мы пойдем вверх, я думаю. Громову. Вон. Так, ладно, мы не пойдем. Мы будем ебашить паука, блять. Нет, пойдем. Да, пойдем. Можно хирку попробовать? Можно. Но это долгий будет гейт. Ну и там, наверное, чуть переделать надо будет саму карту, типа, чтобы она вела тебя, ну, типа, от выхода до входа. Может быть, несколько быстрых гейтов для разнообразия. Тут двухчасовые как-то слишком много. Но пока давайте работать с чем, что есть. С тем, что есть. А потом будем уже... Будем думать. Давайте думать, блять. Подсказывайте, только не внутряк, умоляю. У меня все есть. Против внутряка. Правда же есть. Потом сделать ивентик какой-нибудь. Снова на хирке, через исследование. Жаль.
Жрать хочется. Лучше просто сделать, чтобы это были сразу доступны, а не в конце. Это тоже можно сделать. Бля, у меня пайки заканчиваются. А нет, еще есть. А ты, кстати, ты на лазь умеешь мапить? Можешь тоже поучаствовать в этом, кстати. Если умеешь мапить. Ты вроде кодить умеешь. Ты кодер, да? Ну, типа в РЛ. Не, не умею, но могу попробовать. Травелер, спасибо большое за ресаб, дружище. 30 месяцев с нами. Благодарю, старина. Огромное тебе спасибо. Ну, кодить ты умеешь. Значит, и мапить должен уметь. Да, кодер. Понял. Блять, сука. Нормально. Как насчет собрать экспедиционный раунд? Вот я про это говорю, что надо... Чтобы собрать экспедиционный раунд, нужно, чтобы кодеры и блюмаперы делали контент новый. Общественная идейка, один ТГшный перенести, он красивенький. Вот это тоже, кстати, классно было бы. А этот ты переносил или сам? Ты же вот это сам с нуля делал, нет? Очень даже неплохо. Им бы название бы дать, какое-то лорное. Какую-то предысторию бы. Так, я так понимаю, что мы... Пришли и уперлись. Этот адаптированный ТГшный. Ага. Я ушел слишком на север. Это не Ориг Гейт, но он сильно увеличен по сравнению с Оригом. Понятно. Вот, я прошел проход. В Нарнию. Турель. Есть. Ой, блядь, там дальше душняна, душнина еще начнется, вообще страшная, блядь. Сейчас начнется душнина. Блять, испугался. Так, нам надо плазму принести. Кажется, она была в самом начале, чтобы свет дать. Так, и дальше уже можно засовывать. Старт. Даже написано. Стажерчик, последний момент, ты раз тебе объясняю. Генератор настроен. Ты просто заправляешь топливо, ждешь, пока смесь прогреется, и все. Еще раз увидишь, как ты врешь в проводке, с треском вылетишь к паукам. Это знаете, почему мы тут написали эту записку? Потому что мы тупили очень, когда вот первый раз заходили. Мы думали, там надо что-то подсоединять, а там ничего не надо было подсоединять. Все работало, как часы. Полный. Смесь прогреется и пойдет. И пойдет. А подожди, там нечем дышать же. Пойдет ток. Кого ток начал появляться потихоньку. А нет, там дышать нечем, но с давлением там вроде все в порядке. Здорово, вон, а что у вас там за драма была? Эту записку не Максим Евгеньевич писал? Нет, эту Максим записку не писал. Максим это не писал. Не писал. Ничего. Это то место, где мы не на генке убивали людей, пока они генератор колпали.
Разве? Мне кажется, я тут на генке не играл. Так, все, свет появился. А нет, давление ебет все же. И жарко очень. Хочешь сказать, что мы первый рейд гильдой закрыли Вовки? Привет, Орлорд. Нет, не говорили. Поздравляю вас, пацаны, красавцы. Красавцы, красавцы, реально красавцы. Че, сложно было? Блядь, ну красавцы, красавцы. Так, тут надо поварить, надо будет, да? Оно уже там, чуваки, оно уже ждет, блядь. Иди сюда, сука. Иди сюда, тварь! Давай! Так. Больно, тварь. Кусается. Так, там вроде ничего нам не интересует нас, да? Здесь похавать можно. Острый дошик. Нужно открыть его для начала. Как его открыть-то, блядь? А, вот. А кипяточек-то надо заносить? Решил сбежать через космос с помощью тренета, баллон с воздухом. Ловко быстро разобрал стекло, потом разобрал стекло, тех почти сбежал с первым, но там все разбит сказался, запаниковал, нырнул обратно и умер. Сухим можно. Так, ты знаешь, я думаю, лучше взять два лазера. В жарком климате острый дошик жрать. И даже не два лазера, блять. Ладно, за этим вернемся. Ну давай, хули, блять. Здорово, Марси, доброе утро. С пробуждением. Я тоже проснулся не так давно, на самом деле. В 4 часа дня, блядь. Я себя так бодро сейчас ощущаю, пацаны, это просто жесть. Это все ночные игры доты. Это все ночная дота. Все ночная дота. Если бы не ночная дота, парни, я бы, блин, встал спокойно в 11 вечера. Но я хочу сегодня лечь поздно, но поставить себе будильник часов на 11 утра, чтобы просто как овощным сидеть, но подрубить стримак и стараться, короче, не потухать. Так, этот все. Был еще один. Я попал в ловушку дневного носа после бани. Ну после баньки, да, тебя раскумарить там еще. Раскумарить только в путь, это правда. Что захочешь уснуть? Это база. Так. Бруты. Убрать. А тут же зарядника нету для ствола нигде. Что там долбится? Так, ладно, игнорируем эту тварь. Вот это уже заигнорировать не получится.
реально, сука. Блять, ебать их тут! Жить, Миднайт, жить! Жить! О боже, блять, оно идет. Оно идет! Блять, где тут зарядить можно эту залупу? Залупу. Так, тут что-то написано. Ну, всегда бы больше документации, конечно. И было бы здорово. Здорово, замок, привет. Здорово, мэн. Тяжело, блять, одному, чуваки. Очень тяжело. Ёбаный в рот, давай! А, у меня есть комбат, кстати. А чё я парюсь, ебать? Так я сейчас вообще, бля, буду жить. Только вот бы... Сейчас починить руку себе. На комбате я буду хорошо жить. Откуда комбат? А мне Хатару с базы Синди принесла. Прям с кайфом. С кайфиком. С чиликом. Так, ждем, пока зарядится до сотки. Так, а тут что? Тут есть что-нибудь полезное? Alien Fix Oven. Кстати, guys, а вот это что такое? Смотри. Вот это что такое? Self-repair module. The module will repair the keeper over time. Что это за херня, блядь? На мех. А, все, 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 я понял, что это. Догнал, догнал. Догнал, погнал. Мне похуй, я под комбатом, блядь. Я сейчас могу вообще прям делать дела, разве нет? Так, оно что, заварено, что ли? Похоже на то. Ладно. Еще раунд будет. Слушай, не знаю, Фавнес, я хотел еще пойти в этот... В Крусаков. Поэтому пока не могу тебе сказать. Так, а чё, почему он не варится? Потому что она просто открыта. Она на болтах, я понял.
Блять, а чё не так с ней? Бля, это не та дверь, которая мне нужна, кстати. Я же подал питание. Почему нет питания? Так, вот там вот она заварена. Вот здесь может быть реальная угроза, блять, контакта с челиками. Так, мне опять нужны сварочные очочки. Блять. Поторопился, ну ладно, глаза в порядке. Ну, они будут гореть, но видят, слава богу. Порядок, порядок. Так, сразу боевым еще раз. Хлоп. Давай, сука. Давай! Блядь, тут двое, ебать. Теперь просто ждем. У нас комбат действует, нам похуй. Нам похуй. Должно стать полегче. Сейчас восстановимся. И потом заходим внутрь. И потом просто заходим внутрь. Сколько комбат действует, кстати? Сколько он выхиливает? Вот ты тратишь 15 юнитов. А сколько же он выхиливает тебе их? Вот в чем воп. Вопы есть. Есть вопы. Ёбаный свет. Ну типа по мере усвоения. А вот так усваиваться, ну я же не знаю как. Было близко. Живем, гайз, живем. Нас должно отхилять. Так, здесь. У меня опять рука сдохла. Должно отхилять. Так, это у нас что? Питание? Ух, ёбаный в рот. Ебануло током, блять. Блять, ладно. Она теперь только будет ебашиться. Мне надо снимать, короче, рик. Будем так долбить ее. Комбатки надо рик снимать. Воздуха нету. Вот сейчас она полностью обесточена, нет? Да. Теперь она просто лежит на болтах, но она без тока. Но я болты просто так не сниму, поэтому мы что делаем? Долбим. Там просто, я знаю, огнестрел будет лежать. Это, кстати, очень круто. Транссолнечная федерация. Растение есть, значит, и воздухом бы есть.
А растение это как декоративка. Скорее всего, здесь-то воздух есть, возможно. А вот дальше я не уверен. Я в любом случае буду доджить вот это место, потому что я пойду через окно напрямую. Ну, разбилось, блядь. Разбилось, чуваки. Все нормально. А он везде на ванпосте есть, да? Все. Деньги. 2500 кредитов. ТСФ, офицерская униформа. Трансволочная федерация. Ствол. Это мы себе заберем. Что, стиль, глобальные перемены в лоре? Да, у нас глобальные перемены будут. Ну, не прям супер пиздец, но много чего поменяется на самом деле. Положение дел будет немного иным. Так, сейчас. Протокинетик пистол. Деньги сюда. Это сюда. Это вот сюда. Это вот так вот можно, да. Стол, 10 патронов сюда. 8 патронов, там одна обойма есть. В принципе, разрядиться под крайняк подойдет. Так, теперь. Давай-ка. Вот это мы открывать не будем. Мы проще сделаем. Разберем стол. Оповещение от капитан с десна, вы надоели. Я даю вам 10 минут всем воксам, ворующим и разрушающим активы станции сдаться. В ином случае по вам будет огонь на поражение. Время пошло. Капитан Николай Нутков. Так, и выходим отсюда. Давление поебывает, и температура поебывает. И выходим. Кажется, дальше наверх. Бля, как я... А вот как шкаф туда затащить? Блять. Ну, не так уж радикально. А как шкаф затащить? Да вот он не толкается, в этом-то и прикол. В этом-то и прикол. Кону, подскажи. Здорово, Слава. Петлор будет приписан, будет как с вульпамы. Вульпы... К ним вопросов нету, у них все нормально там в лоре. Вот он не толкается, гайс. Никак, да? Блять. Вещи перенести, шкаф разобрать, там собрать. Бля, а чё, нельзя его толкнуть просто? А, уровни сломаны. Ёбаный в рот. Бекон, зайди, перенеси мне, телепортируй мне этот. А, подожди, телепортер не работает. Ты не сможешь помочь мне его телепортировать? Я хочу вынести шкаф. Помогите, администраторы. Админы, help! Help! Нихуя ты ленивый. А я не знаю просто, как шкаф собрать-то, блять. Ну, типа, что его разобрать, собрать? А, то есть надо еще вот так вот делать. Ну, я могу попробовать соло, типа, не проблема. Блин, шкаф пропал, ебать. Ну ладно. Все, пацаны. Кто пиздел? Кто пиздел?
Кто пиздел? Ропщинек. Спасибо. Сейчас душнина пиздецкая начинается. Просто адская душнина. С этими огнями. Так, я вообще не помню. Я помню, что надо будет в телепорт входить. Вот сюда, кажется. А могу ли я засунуть? Подожди, стоп. Вот он. А могу ли я засунуть в телепорт шкаф? Нет, тоже не могу. Ебать, лоза. Впадлу идти туда. Впадлу идти, идти на лозу, впадлу. А, в этот телепорт вообще ничего не суется, ебать. Ладно, я думаю, тут уже помощь нужна. Полная. Там уже никак ничего не сделаешь. Так, это мы пробили. Можете все вещи, парни, перенести. А вот, да. А ты слева сверху там был хоть раз? Нет, а что там? Я как-то все время к выходу быстро бежал. Там есть контент какой-то? What? What? Спасибо, печенек, огромное за ресап, дружище. Огромное тебе спасибо. Большущее спасибо. Шкаф принесли. А вещи-то я, блядь... А, ну, в рукой, да. Спасибо. А пиздец, ради рофла можешь сходить. Блять, там такой рофл, что который меня убьет, скорее всего. Я уже предвкушаю. Вот здесь слева или в предыдущей локе? Ладно, пошлите. Ладно, уговорили. Слева, сверху. Самое вкусное. Мармеладные мишки. Действительно самое вкусное. Не наебали, пацаны. Слушай, путник, я тебе помогу. Ты говоришь? Ты говоришь. Не в курсе, да, если с меня Сирусу списаться? У меня пару ласковых к ним есть. Ну, такое не могу тебе сказать. Скушай меня. Ты знаешь... знаешь. Тебе меня не искусить. Тебе меня не искусить.
Я был там, Гэндальф. Ну, сейчас, сейчас. Честь и да. Исильдур, быстрее! За мной! Я провел Исильдура в самое сердце Роковой горы, где кольцо было отлито, к единственному месту, где можно его уничтожить. Уничтожь его! Брось в огонь! Уничтожь! Никогда. Исильдур! Ладно, но Миднайт не Исильдур. Ебать. Вот черт. Ебать. Че было, блять? Вода? А там почему закрытая секция? Там в еде цианид? Серьезно? Ну, кот. Живой кот, блядь. Шкафы проверь с книгами. Сборник анекдотов, история 34 Лаваленда. Невождение, пляски смерти, отрывки 3. Сборник песни Арии Вильвин. Дагон, 36 уроков Вивека, том 1. Введение медицину, пособник войны с синдикатом от Гюнтера. Этюд с розовым револьвером. Инстант Сумон. Горок. Пособие по помощи. Герой вселенной. Акула и карп. Дагон. Последний сон. Пытки НКВД СП. Команда Босс. Предисловие. Молли и ее острумная идея. 200 клеточных вульпы. Что, блять? Это моя первая книга. Саня Кузин. Каково же было удивление врачей, когда они увидели с ошибкой труп вульпы с 20-клеточного урона. Никто не мог тратить медикаменты, тем более свое драгоценное время на такой мусор. Пока не стало появляться все больше и больше трупов с теми же 200-клеточными уронами. Капитан поднял красный код, а СБ начали искать виновный, нашли его. О, здравствуйте, блять. Какой кринж, блять, кто это писал, нахуй? Блять, надо просить администрацию, блять, фильтровать то, что пишут. А то я напишу, ха-ха, я срал у клоуна в туалете. А-ха-ха, блять, и много скобочек. Ммм? Это с мейнов. Пиздец, блять. Ну, передайте Сурксу, пусть, я не знаю, контролирует то, что пишется. Там ебанешься книги проверять. Я знаю, что у него появились заклинания. Сейчас. Гарбрук. Гарбрук. СРМ, Аэдра и Даэдра, блять. Мемуары Глизе. Повесть о любви. Философия Катами Лебяткина. Том 1. Наваждение. Бля, ну нет, написать красивую книгу в станции звучит как что-то крутое. Но... Ну да. Чешир, спасибо большое за ресап. Здорово. Здорово. 29 месяцев. Старый уже. Старый совсем. ТММ. Кота забрать нельзя? А как я его перенесу тут? Ну, если только в руку. О, блядь! А вот это плохо, пацаны. Я отвлекся на чат и наступил я нахуй.
меня Хакс отвлек. Здорово, Мамору, привет. Ступил нахуй. Он меня должно отхилять. Там есть прикольно заменить с этим спылом. Примени горек на имплант, имплант в куклу, получится заклинание призыва куклы в реборге. Ого. С помощью... Сейчас, секунду, бля, ебать, меня обожгло, блядь. Ебать, как меня жжет нахуй. Ух, ебать, как и жжет, блядь. Привет, Исимич, привет. Нечего тебе тут делать. Так, этот пустой. Знаете что? Мне еще надо руку починить. Ну вот да. Поэтому. Ну ёбаный в рот. Во. Так, мистер Кот, идите в шкаф. Так, я правда не помню, куда нам дальше здесь. Не сюда ли случаем? И налево. Нет, там тупик. Там сверху еще. Здесь? Бля, у меня ресурсы кончаются для жизни. Здорово, Шуля. Здорово, Шуля. Я не понял, а почему не на стриме Максона, блядь? Я сейчас Максиму напишу, все расскажу. Нет, в предыдущем. Бля. Бля, у меня ресурсы кончаются к Кону. Бля, кажется, сюда, парни. Я могу ошибаться, но мне кажется, что куда-то вот... Вот сюда? Да не-не-не. Не, конечно, ты хочешь убить мне чара, блядь. Здорово, Grid Company, здравствуй. Привет, привет. О, там классные артефакты. Бля, куда кольца пропали, кстати? Так, кажется, сюда. Нет, не сюда, ёбаный рот. Симбич, спасибо тебе большое за ресап. Спасибо, дружище, огромное. Спасибо, мэн. Не, подождите, нам не сюда, пацаны. Нам вообще не сюда. Сейчас. А, кольца на месте. Суралик, спасибо тебе большое, парни, за ресап. Спасибо огромное. Правый наверх. Сейчас. Сейчас решим что-нибудь, ребятки. Порешаем. Доску можно передвинуть? Забей. Право и наверх. Тут тупик. Направо тупик. Я не помню куда, пацаны. Куда-то налево вроде бы. Но как туда дойти, я не помню. Я не помню этого места.
И точно не сюда. Точно не сюда. Точно не сюда. Здорово, Суртейм, привет. Тебе тоже приятного просмотра, старина. Здорово, Енотикс, привет. Здорово, парни. Сейчас, секунду. Да там лава вроде бы, либо я долблюсь глаза. Бля, я слышу какую-то хуйню. Да как там пройти? Там же лава, бля, сплошная. Или... Да, ты прав. Ты прав, ты прав. Это я, еблан. Лаву не сломаешь, там есть проход. Он был просто тайный. Тайный проход. Здесь, кстати, кинетик должен ебашить. Тут же нет атмосферы. Сколько у меня воздуха осталось? Да хуя еще. Че, Вагрантик отдыхает? Да, он себя плохо чувствует, пацаны, сегодня. Выходной попросил. Говорит, я отдохну. Я говорю, хорошо. Хорошо. Горек. Игорек. Восемь юнитсов. Быстрее беги. У меня внутряк еще ебучий. Бля, чем внутряк? Чем внутряк там можно мне... Что-то должны были дать, кажется. Глюкозу. И таблеточку. Блять! И вот таблеточку мутадона, кажется, нет? Бля, или пробежать просто, реально, прям, заспидранить. О, блядь! Ебанутый клоун! Какое кольцо, блядь, старое кольцо. Надеть его, кажется, не лучшей идеей. Бля, скелеты между собой не пиздятся? Пиздятся. А, блядь! Нихуя себе. А как так? Охуеть, вы видели? Интересно. Интересно. Возьмем его с собой. Мразота, спасибо большое за подписочку. Спасибо огромное. Спасибо. А, блядь, да стой! Сука, ёбаный клоун! Бля, как же тебя наебать, а? Бля, был бы у меня РЦД. Я еще и пушку... А, ладно. Эй, а почему снялось? All systems
Бля, меня убьет сейчас. Сука, ну он меня сейчас прикончит нахуй. О, блядь! Пизда. Ебать, ну, блядь, ну он сам пошел. Я вообще не трогал его, да ебаный ад, блядь. Пиздец, все, пацаны. Это ГГ. Он сам пошел, он просто типа дернулся, блядь, я не знаю из-за чего. Я не виноват в этом, нахуй. Он сам пошел, я не трогал вообще ничего. Ну, типа... Бля, забатился на хуйню из чата и умер, нахуй. Ну так-то, пацаны, еще, конечно, можно было бы чуть-чуть пожить, наверное, но, увы. Блядь, еще рука подводит, пиздец. Ну вставай, сука, вставай! Ну, пожалуйста, последнее дыхание, давай. Лечиться. Блядь, он усело, нахуй, ну ебаный в рот. Ну вставай, ну вставай! Я вколю медипен, лишь бы встать, чуваки. Лишь бы встать, блять. А все, дыхания уже нету. Все, сдох. Пиздец. Я пытался, блять. Ну забатился на хуйню, чат. Надо было просто бежать, блять. Надо было просто бежать. Сука, это тяжелый гейт, но пройти его можно было. Если бы не батиться на хуйню. Если бы не батиться только на хуйню. Можно было бы. Можно было бы. Увы, парни. Хороший был раунд, но... Увы. Увы, там 23 тысяч поинта. 79 тысяч он пытался. Да я бы прошел, блять. Но говорю, забайтили. Забайтили на хуйню. Ебать, воксы сидят в тюрьме, блять. Эх. Бля, обидно. Ни одного, сука, гейтера больше там нету. Ни одного. Ну чат забайтил, да забайтил меня чат, блин, забайтил. Вот прям выбайтил меня на херню. Кольцо что делать? Инвиз дает. Я бы пробежал. Черное кольцо должно инвиз давать. В этих колец нет описания, типа. Тоже надо исправить. Черное кольцо надеваешь, и оно дает тебе невидимость. Обидно. Досадно, ну ладно. У нас еще есть один генократ. Я не помню, как работает инвиз, но вроде симпам пох на него. Он тебя ебать и видит, и будет anyway. Ага, ну понятно. Но я бы мог все равно пробежать, типа, он бы в шкаф меня бил, и я бы убегал. Ну, типа, это норм тема. Пробежать. Давайте посмотрим, что там у Эрики, кстати. У них там какая-то классная РПшка. На Лава-Ленде должна быть. А нет, смотри, там с КПБ. Многие носят. Integrate Robotic Chessic. Но не все. Так-то лучше. И я. Не всегда. Оповещение от Бритги демону а-ля Капут, капитан Николай Нутков. Маски! Демону а-ля Капут? Только волосы. 3 раза за день муню выбиваю в боте. Что за хайп сундуки, блять, пацаны? Ебать, что это такое, блять? Ебать, лутбоксы на Твиче, охуеть, что? Вы видели, какие нахуй хайп сундуки? Что это? Все будет нормально. Ебать. Тут на самом деле можем просто термал-регуляцию нам вот попросить прибежать по лаве. Ну не уверен, тестить надо. Ну как по мне. Рундук. Сундук для рун.
Где сундуки? Да там было что-то, какие-то сундуки внутри твича. Я даже не понял, что это. Ну что-то это было. Вот я тебе курточка. Даже не понял, что это такое. Угу. Так будет уютнее. Холл. Она восстановится. Ты бы сыграла на тренировке Старый Добрый Ночь сбился на мысли? Нет, мне кажется, я уже сыграл типа свой лучший раунд на Ревенанте. На демонах еще можно было поиграть. Просто тогда типа это была прям такая супер новинка. Было очень круто, очень свежо. Это знаешь, это как снять хороший хоррор-фильм, но и потом начинать его пытаться тянуть на много-много серий, уже не то, типа, пальто. Вон. И да. Я думаю, это уже новая личность. Неплохо, на время подойдет. Скоро. Вас зовут? И ей нужно дать имя. Нет информации. Сейчас спрошу. В этом мы будем дома разбираться. Я съел сердце демона, я патруль через... Спасибо, аспект. Как думаете, парни, если зашел на КП по смерти Кэпа в кабинет ГСБ, это тянет на ферму? Если зашел на КП по смерти Кэпа в кабинет ГСБ. Ну, вопросы тебе будут задавать, что ты там делаешь. Это... А если найдут уже что-то при обыске, тогда да, тогда это беда. Тогда печалька. Подобрать имя. Overload detected in station cabinets. Engineering. Please check for any shorted APC terminals. Сена, слай батарейку на исследование нужно. Стрельба. Сидеть. У тебя не может быть такого имени, насколько я понимаю. Начал тебя смотреть именно записи стримов на Ренте. Особенное место моей памяти. Ну так. У всего есть свое начало, типа. Это же база. Это же база. Ну, мое дело предложить. Просто оно очень подходит. И я не уверен, что ты. Вот бы блоб заспаунился. Остальное мне важно знать, кто я и откуда. Так, сейчас. Угу. Я вас выпущу. Ладно. Спасибо. Просто буду выглядеть как красивый КПБ. АПЦ включи. Я его быстро выбью. Кого убили? Что? Где? А это? Джефф, Локсов, Литей! Или сразу на кухню! Агинократ у нас что делает? Агинократ сидит дрочит. Бля, как посмотреть его? Если убить нахуй, я не против воксятины. Да! Не убили бы демона ни хрена, только был. Гэн, если вам придут детали, то их прислать в инженерный отдел, а не для цели. У него чё, короче? А он тихий. У него арм, глаза, любит полазить под этими. У него есть камуфляж против камеры яишки. Быстрый он. А вот это что? Аурскин? Это, я даже не знаю, и это EMP крик, кажется. Резонанс стик. Ну, шик, это крик. А цели как его посмотреть, я даже не знаю. Я не знаю, как цель посмотреть. Но он тихий. У него тихий билд, это значит, что он громко не будет работать. Но опять же, громко играть против такого СБ, типа количества, это бред. Только или толпой, или что-то еще. Орбит. У меня этого нет, похоже. Шоу плеер панел. Трейдер панел. Куда? Плеер панел. Инженера в генетику. ДНА. Какое говно превратитесь? Я могу его забанить, кстати, ебать. А где трейдер панел? Я не знаю, я не шарю, пацаны. Я не жарю, как это делать. Сверху ТП. Шоу панел. Сверху ТП. ТП. А вот трейдер панел.
Соберите 8 геномов, украдите медали капитанские и убейте Рик Краевский шифтманер. Он уже это сделал. Это не Рик Краевский, блядь. Это нихуя не Рик Краевский, пацаны. Я даже не знаю, кто это, блядь. Это не Рик Краевский, он уже сделал. Он уже сделал свою цель. Он, я теперь ему не знаю, где кнопка бан на станции. Дарквит, тебя я захуярю первым. И получу превеликое удовольствие. Шучу. Это правда. Хоть что-то предусмотрено. Правда, правда. Спасибо. Спасибо. Я тебя законтрил, я не играю. А чё ты не играешь? Слабый, взятку не отстелил станцию. Здорово, Риджи, привет, дружище. Здравствуй. Рик Краевский умер сам от мегафана. Так как... так каждый раунд происходит. А-а-а. Понятно. Пойду в ящик сяду. Ну, надо ждать. Мозги скоро вытекут. Причём Краевский есть Крайковский. А, реально Краевковский, я Краевский его называл. Что с Осака 14, понятия не имею, парни. Не играю в СС 14. Впадлу. Ну, типа, впадлу. Или не. Покопать может. Впадлу, впадлу. Сейчас будет. Да, капитан. Да, капитан. Да, капитан, да, капитан, да, капитан, да, капитан. Я не капитан. А кто капитан? Нет, ты капитан, нет, я капитан. Ой, бля, сентябрь заканчивается, пацаны, пиздец. Как же быстро летит это время. Господи боже мой. Господи боже. Как же быстро летит это время. Сентябрь горит, убийца реально плачет. Скоро Новый год. Да, 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 да. Действительно. Хотелось бы, конечно, ремонт закончить до Нового года, но я еще сам ничего не знаю пока что. Чел тут будет стоять, а больше-то у нас трейдеров-то и нету. Боксов рейдеров отпиздили. Не, подожди, один он что-то катается, смотри, что-то делает. Нет, я не хочу снова работать, у меня отпуск в октябре кончается. Отпуск кончается в октябре. С Новой годой, с новой зимой. С новой гойдой. Ну, надо на самом деле. Что он может сделать на воксе? Это уже трупов, блять. Такс. Ого, мне почти с тобой год. Вот так вот Солон, представляешь? А люди есть некоторые, которые с 18 года. Кстати, Хакс, ты же тоже пиздец, древний челик. Отслеживать с 5 декабря 2018 года, прикинь. Ты же тоже, Хакс, типа, супер олд. Мы с тобой столько уже, ну так, типа, и лично познакомились, ну, где-то в 19 году, кажется. Да, и так давно, типа, уже очень смотришь. Ну, периодически ты просто пропадал. Здорово, Сиджими, привет. Блоб, пацаны. Ну, я попытаю удачу, но я думаю, что я уже проебался. Я, конечно, попытаю удачу. Сердце вкусное было. Тем более у нас сейчас блоб с замедленным анонсом. Поэтому... Патруль почти получается. Первые стримы с тобой были, когда ты на дорожном патруле зимой катал. Так, блоб не я. Блоб другой челик. Первый стрим с тобой, когда на дорожном патруле зимой катал на Либерти. Бля, да, за шрифа я тогда играл, кажется. Угу. Да, Либерти тоже было хорошо. Хорошее время РП было. Ну просто сейчас GTA-шка, типа, она вот. Она превратилась в самп. Типа, практически все. Есть Amazing, но там нету сценарного РП. Там люди просто социалят и все. Интересно, короче. Станция сейчас единственная вещь осталась, типа. Хорошим таких, как хороший РП. Никоим образом причастным взрывной смерти КПП 103, 104.
Есть там сценарные. Ну, может, на каких-то отдельных проектах, просто я не видел ничего про сек. Я считаю, что станция вершины сейчас ролплея. Просто потому что 2D игра, а в ней, блядь, потенциала столько, столько. Такие можно истории. Там, блядь, книги можно нахуй по этим раундам писать, я тебе серьезно говорю. И типа, тебя не должно смущать, что это выглядит просто как 2D игра, блин. Бля, ну и 2D как-то круто. Не знаю почему. Все очень в голове, как будто все. Что там СБ в атмосе увидели? Скорее всего, Вокса ползающего, за которым я ползал. Мы сейчас за блобом будем смотреть. Он в турбину полез. Плюс он сейчас превратится, и у него еще поздний анонс будет. Он успеет разрастись как-то. Ты буквально комикс про персонажа пишешь. Не про своего персонажа, про персонажей и людей, которые у нас на прайме играют. Вот. Там тоже будут, я думаю, что эпизодики, где они будут встречаться. Но история, да, вокруг персонажей строится, конечно. Через в Графгене хочет. А хорошая ли это идея? Ну, кстати, на самом деле, давайте посмотрим. У нас сегодня на блобе, ребята, играет Гунгнор. Сколько мышек блобов? Один. Это на старой паре были два. Так, один. Возможно, он сделает еще, возможно. Как попасть на прайм? Либо купить за баллы канала. Проходка она стоит 19 тысяч, либо купить подписку на Boosty, тем самым еще и проекту помочь финансово. Вы не говорили, на расходы. Если что, мы с сервера ничего не зарабатываем. Тем более все деньги у Максима. Вот, если у Максима вдруг появится новый дом где-нибудь в Сербии, ребят, знайте, что все нормально, как бы, ну, деньги пошли в нужное русло. Вот. Все хорошо, гайс. Ну, типа, так и надо. Просто поверьте. Это как челики, которые папича после интервью дефают, типа, вот, ну, они верят, что свято верят в него. До сих пор. Все так и есть, типа, так и есть. Так и все нормально, типа. Все, что сказано, там все нормально. И его тут не увидит. Если камеру он сожрет, не увидит. Но вообще, вот здесь, смотри, яичко будет видеть, если есть камера. Вот камера есть. Где еще? Больше камер вроде нету, не вижу я здесь сам. Вот тут камера есть. Вот он камеру схавал, теперь она не увидит. Я с хренем хожу. Ничего нет. Так, ну, вот этот сфармер увидел, типа, но он ничего не сделает. Всем хай, вот уже полгода. Калмур, спасибо. Радвал, вы в основном толк в записи. Ну вот. Спасибо большое. И нравится тебе, Калмур? ЧКЛС X2. Секунду. Ответил тебе, алло, ответил, бро. Ответил. Так, смотрим. Он фабрику первым поставил. Ну, вроде не рабаст на блобе. Ну, если уже полгода, так что получается, что так. Очень рад стараться, Хелмур. Очень рад стараться, рад стараться. Мне, кстати, интересно, сколько я сейчас, в каком я топе на Твиче по сабам? Subscribers, Russian... Russian. Я прогрузится все это дело. Ну, посмотрим, не отсосет ли он. Так. Так, теперь плохо. Russian. Первый братишкин, второй Шус. Join the system. Кармикала, Дмитрий Белл, Хесус. We love games. О, не, пацаны, я уже все. Я улетел. Улетел далеко. Далеко-далеко я улетел. Я 35-й сейчас. Далеко улетел. Ну ладно, сейчас тем более мне сабок не приходит, пока в этом нет смысла. Второй блоб я не успел, сори, отвлекался, пацаны. Пускай. Зря он выбрал это место, на самом деле. Потому что сейчас Графген, типа, ебанется. И... Графген ебанется, и чел такой, блядь, а чё, типа, а чё случилось? Они побегут, такие, а, бля, блоб.
Вот. Ты меня бросил. Зря. Это вообще такое опрометчивое решение было. Не нужно было этого делать. А, да. Максим Евгеньевич на втором месте, ну так, да, у Максона хорошая аудитория, в плане там сабов, не сабов. Бля, а чё они друг на друга типа накладываются? Им бы расти куда-то. Его будто бы радейка ебёт. Было бы ебёт радейка от Гравгена. Пиздец. Ну ему надо СМ ебашить, я хуй знает. По-другому тут уже никак, сейчас челы залетят. Пиздец. Я вообще не знаю, где Рос, где-нибудь вот здесь, типа, к смесам поближе. Блоб! Блоб. Это разница на этом просто ужасно. Чуваки, ставка, и второй блоб еще появился. Ему надо, блядь, СМ скорее ебашить. Ой-ой-ой! О, это я. Я к смесам поползу. Бля, ну там сейчас вся ёбка будет на самом деле. Ёбка будет там, пацаны. Поэтому надо в противоположное место хуярить. Надо противоположное место ебашить. В Бриге точно не тронут. А ты кроме шуток, типа, я хотел бы доползти, блядь, до Брига. Успею ли я? Успеваю. А кроме шуток, типа, ну, на самом деле. В Пермобриг залезть. В Перме. Сидеть там, расслаиваться потихоньку. Бля, это кто такие? Они меня не убьют, нахуй? Я могу хадиться? Бля, парни, а в какая труба ведет в этот? Это вроде бы. У меня время есть еще. Да. Их, конечно, тут много, но если в Пермобриге встать, я думаю, что все будет заебись. Главы дайте, кот, блядь. От космоса один есть. Ну и все, и сидим, чилим здесь. Так. Молю нахуй. Дайте код. Играем, ёпта. Играем. Здорово, Некро. Самую нижнюю комнату Пермы 3-2-1, бро, я не успеваю. Ну ладно, в принципе норм. Так, теперь вспоминать, короче, как там геймплеить. Кажется, мне нужно копить, короче, на факторка. Это фабрика. Продюс Ньют. Ньют, да, что делает, напомните? Что делает Ньюда? Ресы строить. Угу. Ну, пора рекол делать.
Отменяйте. Назва блоба. Нюда плюс факторку нужно делать, да? Угу. Да они там пока, пока они все там, то мне фул похуй на самом деле. Я тут буду расстраиваться и все будет четко. Не та факторка. Relocate blob. Ресурс блоб. Вы, наверное, эту факторку имели в виду. Ресурс блоб. Ресурс. Короче, смотрите, я строю факторки, я строю ресурсы, я строю ноды. Правильно? И так я расстраиваюсь. Все верно. Плохо, что рядом с космосом эмиссимитерами могут заебать. Факторки не очень нужны. Не расстраивайся. Я же могу еще ядро переносить, типа, на похуй. Так. А нюды мне что дают? Нюды. Нюд. Поделиться еще надо. Бля, пиздует сюда уже. Ой-ой-ой! Не успел на 4 блока, чтобы распространяться. Да я уже... Привел! Привел, бро! Ладно, на самом деле... Строимся, пока растем. Там кто-то лезет оттуда. Бля, а ебать этими флешками, это пиздец. О боги, нахуй. Угу. Блять, клоун нахуй. Удачи тебе, бро. Такс. Всю энергию нахуй держал, блять. Так, а что мне больше энергии дает? Колесом по нему... А, блядь, колесиком надо было? Ресурс. Ага. Угу. В каком проекте ему не играют? Ребят, SS-220. Уже шестейшн. Колесико мыши... Челами прессами. Ага. Я понял. Так, нужна еще одна ресурска. Чтоб больше было этот. И нюду надо новую будет. Так, смотри.
Attention, new command report created. Вам не хочешь много патронов, пацаны? Ну, смотрите, вы, бля, меня лагать уже начало, ебать. От того, как они долбят. Ну все, я проебал, нахуй, ГГ. Вы видите, блядь? Это пиздец, нет, нет, было бы вообще. Даже, я не знаю, сколько их надо, чтобы они что-то делать начинали. Ебать. Блядь, они просто нахуй встали, разъебали. И этих тоже разъебали. Но здесь, смотри, здесь еще челы живут. Там вот этот зелененький чел что-то умеет. Зелененький чел что-то может. Можем поиграть, можем за зелененького. Вот зелененький что-то умеет. Я просто тоже на блобе не особо игрок, кстати. Вон это, доброй ночи. Я просто тоже не особо, как бы, такой, понимающий, что делать на этом, на блобе. Тут еще чел помер, но... Бля, они живые, кстати, блядь. Это меня вдвоем разъебали, но я плохое место, они с космоса меня заебали. Если бы я встал... Знаете где, парни? Если бы я встал вот здесь... Зря я послушал чела. Мне нужно было где-то вот здесь, короче, вставать. Или вот здесь, чтобы до меня так просто не могли зайти. И выстраиваться в сторону Брига, на самом деле. И тогда бы что-то было. Вот. А так... А если вместе с ними стал, вообще пиздец бы был. Если бы я на смесах стал, как я изначально хотел, там бы вообще ад был, блядь. Они бы были без электричества, у них бы все село, они бы не смогли пушки заряжать и проебали бы. Нам просто, нам нужно было бы просто держаться. Но я подумал, что ладно, уже слишком сильная душка. Бля, ему БСМ взорвать нахуй, когда они будут подбираться ближе. Тут надо карго ебать и блобернаутов делать. Да, я не умею паладить просто. Я говорю, мало очень опыта, у меня там, ну, очень мало игр на блобе. Мало опыта у меня. Ну, слушай, что-то они делать пытаются, на самом деле. Что-то же делать они пытаются. СМ ёбнет. Разве это плохо? Ё-моё, Халмур, спасибо большое. Блин, я донейшн лёж закрыл. Сейчас открою. Спасибо огромное за покупку мельца, дружище. Огромное спасибо за поддержку. СМ подготовить на тот случай, когда они прям пушить будут. А так смесы, блядь. Смесы ебашить. Ты оставишь их без электричества, они просто, им нечем будет заряжать, типа, оружие. Энергетическое. У них не будет ничего. Типа, надо стратегически думать, что тебе нужно. Тебе нужно решить ресурсов. И тогда будет норм. СМ убьет блобов слишком сильно, близко к СМу. Ну, посмотрим. Ну, этот чел, вот синий блоб, он вроде правильно растет куда-то, вот вправо. Так, одного, смотри, задушили, на самом деле. Но нет, блобы проебали, чуваки. У них тут два ядра, и их уже пушат здесь. И их уже пушат. Не-не, им пизда, чуваки. Им пиздец. Им пиздец. Минус один. И сейчас второго. Но надо сделать реально еще, наверное, чтобы по два блоба. Потому что он поздний, как правило, да? Вот, он очень поздно появляется. А, нет, этот перенес ядро, кстати. О, ноу! Ноу, ноу! Ноу, ноу! Ты убьешь... Стой! Убьешь всех. Капитан Николай Николаев.
Он перенес, подожди, нет, нет. Одного убили, один перенесся, типа. Он может еще пожить. А, бля, реально. А, бля. Эй, блядь. Так а зачем, типа? Ну, ему, блядь, у него цель не убить своего, блядь, родителя, а помочь ему распространяться. Это было бы странно. Подожди, в смысле в Перми застраивается? Да ну нахуй, как, блядь? Там это нюды, что ли, работают до сих пор? Блять, мои нюды, на мои нюды до сих пор работают. Ебать. Они думают. Откуда блок, знаешь, что нельзя ломать? Бля, мне кажется, они, наверное, чуть-чуть разумные. Тут же пауки. Хотя, насчет Боба вряд ли, не знаю. Но один живой, кстати. Один живой. В гостях за кого был? Я был за Миднайта, я умер в гейте. Потом я пошел за Блоба, но тоже помер. Секретная операция на Бернауту, сломать смесы. Ну типа. Да блять, Блобернауту надо ломать, ебаный эмиттер, блять. Вот, и только сейчас биохазард. Вот сейчас вот так неплохо, да. Вот так неплохо. Некс будет, не знаю, Джим, не знаю, старичок, не знаю. Ну, хорошо. Хорошо. Бля, вот бы они смес еще сломали. АПЦшки, бро, ну АПЦ сломай, ну сломай АПЦ, сломай АПЦ, блять, ну это же очевидно, ну нахуй. Ну почему вы не ломаете АПЦ? Им без света супер хуёво будет. Не видел планы ДБД, я поглянул на сажу сурф на клык. Да бля, неинтересно сейчас Геос ДБД играть, что-то, не знаю, метод не очень нравится. Заказывай мне 10 манов, блять, я хоть целый день буду играть ДБД. Зарядки к инженерке. Простите, чем это взрывается? Еще раундик, не знаю, Grid Company, пока не знаю. О нет, ну все, Блобы все. Вот этот, блядь, он меня убил, и этого тоже он убил. Вот этот вот Аяр, блядь. Или кто это, да, Вульканин. Ну, и чё, и вы хоть защитили душку? Вы ощутили душку от Блоба? Мне кажется, вообще не было, не было никакой душки. Вообще никакой. В смысле? В смысле, как и живой, блядь? Куда он перенес? Подожди, ладно, пускай я думаю, что победа, блядь. Меня могут с ним снайпить. Как? Где? Оказалось, нет, бро. Блоб супер классная, слабая атака. По мнению развил, что он на прайме побеждал. Ну давай, давайте. Давайте еще одного, давайте последнего. Мне просто интересно, я даже садиться не буду. Может, блять, может Рабас какой-нибудь сядет?
Здорово, Титан Сбики, привет. Крусаки были? Нет, старичок. Еще в процессе, бро. В процессе. Alert. Unstable blue space anomaly detected on long-range scanners. Expected location is on station. Собирайте вещи и будем двигать в отбытие. Беда за бедой! Есть кто рядом. А то я не успею. Он в карго хочет? Побежал. Карго хочет. А мага, который с нами отвела и пофиксили, не знаю, Кюрбан, мне кажется, нет. Мне кажется, его не пофиксили. Имха Блоба можно два раза ником повышать поинтов, тогда он станет реальной опасностью, которую можем обезвредить экипаж. Ага, пока это что-то по вредности, плюс-минус как ревенант. И знаешь, или количеством душить, типа. Если он слабый, то пробуй количеством. Давайте посмотрим, кто. Намен. Отменяем также подольше. Подольше. 25 минут. 25 минут поставь. Пока анонсик новый будет. А он будет? Просто нужно знать покрытие. Смотри, я вообще предлагал, типа, я думал, вот здесь были блобы возле СМ, убили Графген. Я думал, возле смесов нахуй появиться и смесы им сразу все сломать. Вот. А еще, если блоб выпустит Теслу, им же вообще фул пиздец, типа. Сейчас посмотрим, может, Намен шарит. А разве Боба Тес... Нет, вроде бы не убьет же. У него вроде бы все в порядке с этим. Так, смотрим, ребята. Давайте, последняя надежда, блядь, блобов на этой станции. Смотрим. Меня не посмотришь, короче, за блом. Просто смотрим, что он делает. Рабас, ну нам он вроде, ну на СБ играет, типа, ну не знаю, как насчет антагонистов. Нам он плюс-минус норм. Угу. Опять же, он близко к космосу. Ну хотя ему главное не расти в ту сторону. Вот в эту. И тогда все будет заебись. А сможет ли он так? Ну вот, он уже открылся. Вот уже ядро открыто, космос. Сейчас будет то же самое. Здесь станет СБшник, просто убьет его нахуй. Чтобы зомбу посмотреть, нужно шоу-панел. Observe, follow. Да ладно, нормально, Азим, нормально. А ты ж... А, Азим, ты ж на этом, на мейнах администратор, да? Ты ж на мейнах. Надо тебя, наверное, на прайм еще поставить. Но боюсь, ты забьешь на мейн. Минусы. Бам, блять. А нахуй он их удаляет? Объясните, зачем он это делает? В чем смысл для него? Чувак шарит, сразу не поставил, чтобы вот автоматически дефать. Возврат ресов. Чтоб перестроиться, типа, или чё?
типа, блять, не понимать. Не понимать, ребята. Тар, он расслаивается, кстати. Ну, я попробую, но я не умею. Ну, ладно, думаю, мне не прокнет, кстати. Да, мне не прокнуло. Кто? Не знаю даже, кто. Кто-то второй, алоэ. Кто второй? Не удоспанет, кроме тебя слизь, она ее удаляет, получается сторис. Такой способ фарм. А-а-а. Леви тоже норм тип. Бля, может раунд 2 возьмут блоба, типа? Первых просто вообще стерли, как будто даже, блядь, никто и не умер. А эти вроде сидят, типа, что-то делают, кстати. Минимум 4 блоба, да ну нахуй, это сумасшествие будет. Станция не успеет ресурсы все подготовить. Они слишком быстро расстроятся. Вот это, короче, вот сама, типа, Нюда, она расстраивает тебя, да? То есть ты растешь. Черная ресурс дает тебе энергию. Вот это вот есть еще, подожди, ресурс. Есть еще факторка, которая, типа, спавнит мобов, правильно? Я правильно понимаю его концепцию? Да. Заебись. Кипни штыки готовятся. Думаю, к шатлу будет все. Это шутка. За них саму линжу. Вперед, студент. Линк. Они уже были на лаве, кстати. Ладно, смотрим. Из факторки ты делаешь бобернаутов, понял. Нет, короче, смотрите, на самом деле с этим отсроком анонса, если он займет место вот такое, как эти, ребята, он может прям развиться долго. Так, ну вот, что-то увидели. Ну вот Мали этот увидел. Увидели. Я обожаю смену нахуй. Блобы на нос может спалить. Да! Ебать, они еще расслаиваются, что ли? Или что, как он свет посмотрел? Опасность, нарушение целостности гиперструктуры кристалла. Ебать. Ёбаный в рот, пацаны. Бля, этот чел горит на Франсуе. Ну, справится? Он успеет? Успел. Бля, почему он их нахуй не убивает? Ебать! Блять, сейчас нахуй чернобыльская катастрофа будет, пацаны. Thank you.
Должно все. Ну все, 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 задефали. Да, да. Задефали, задефали. Сегодня без чернобыльской катастрофы. И блобов разъебали в ноль. Да, блять. Вот вам и да. Спасибо, Юрген. Спасибо огромное. За пятый месяц. И блобов нахуй разъебали. Ну все, теперь можно и шаттл, бля, увеличить. Все. Блобы все. Без шансов. Четыре блоба, пацаны, четыре. Они расхуярили четырех блобов. Четырех. Без шансов. Без шансов. И это были рабасы на блобе, реально брубку не атак по силе. Да. Просто какая-то угроза. Буквально играл в игру, где блоб победил. Они круто там разные штуки раскидывали, откидывал, слепил, отражал, выстрелил. Делал все круто. Макаку не забудьте. Пять. Пять, да, да, точно. Пять, пять. И все, всех разъебали. В ноль просто. В ноль. Всем пройти в бар. Будем праздновать конец смены. Готовьте. Ждать бафа блоба пока не планируется. Пока не планируется, ребятки. Да. Можно еще вина. Фу, блин, и побольше. Как будто палят рано блобов. Ну и мы время отсрочили, и все. Но видишь, я просто на стриме еще, поэтому там нет, возможность. Возможность стрим снайпера, привет, в принципе, возможно, как никогда. Как твои дела? Никуда. Как же я не хочу быть на твоем. Как обычно. По поводу нект решил. Не понял, Абриган, чё? Next? Ну можно, наверное. Ну можно, можно. Нормально, я думал, сегодня отдыхать буду. Но Хоп уговорил помочь в ботанике. Могу предложить текилу. Виски нет. Все, станция потеряна. Все, давайте. Все уже. Ну можно, наверное, можно. О, хуй. На шахту все. Свет. Паучков? Да какие пауки, пацаны? И так блобы уже были. Похуй. Пошли посмотрим за этими, блять. За чинжлингами. Ебать, что, блять? Ну это фейки, это фейки. Это фейки. Это фейк, фейк. Это фейк, фейк, это фейки, пацаны. Это фейк. Капитан Николай Нутков. The emergency shuttle has docked with the station. Видите, сейчас шаттл прилетит нахуй. Это будет хохма, блять. Бля, почему даже не видно, что это висит? Это на старых блобах пришло. Это на старых блобах пришло. Бля, почему мессерит не видно, пацаны? Ебать, там под конец алертов нахуй срет, блядь. 2.5 часа раунд. Биугроза, все уже, все, все, все. Все метеоритные перетинки метры без ручной бензостанции. О, ворон.
оттуда домой. Победа! Отдел! Быстрее! Ты будешь? А нет. Сломанная хуйня, видимо. Угу. Отчитаться о прибытии на шаттл. Отчитаться о прибытии на шаттл. Вроде. Я не почувствовал. А это кто такие, кстати? Отец знакомого работает на ЦК, говорит, давайте. Собираемся, уезжаем за город. Что, еще один сыграем, гайз, хотите? Я, в принципе, не против. Заводи. Ну, давайте, ладно. Потом в Крусаков пойдем. Мы полетим на лаву, искать следы твоего мужа. Жестко пофармлю балаканала. Это легко делается. Думал идти спать. 22-23. Сон для слабых. Надеюсь, что все наша шага. Особенно заебись, когда весь ебальник в крови. Это все. Пиздец. Нужно будет на следующий... Мимо меня. Почему надо лично... Мятовые яблочки. Я в костюм, чё? Чем мясо, блядь, дал? Нарядное. Угу. На следующий ивент в воскресенье там Алькорку тут устраивает, Пикаку Тауру. Я уже говорил, да? А там еще и морфин. Сейчас поспишь. Я хочу горячий. Женимся на ЦК. Так, что за место второй волной блобов? Потому что, блядь, их блобов разъебывают в нули просто. Их уничтожают. Их просто ебут. Угу. А теперь выдохните. Отделу благодарю за отличную работу. Наслаждайтесь приятно. Да, будет еще, будет Маукон. Сейчас еще один сыграем, да. Сыграем, сыграем. Кстати, ивент с объявлением войны, в принципе, норм тема, на самом деле. Это, в принципе, норм тема. Че вы, блядь, чушпаны нахуй? Сники, приехали. На Котак. На Котак. Давайте, бля, хуйню не страдайте. Рот меня. Ладно. Кто это, блядь? Что это? Что это такое? Ты мне не нравишься. Боевен с прорывом гейта, оттуда ползут терроры. Сейчас что-нибудь придумаем. Я думаю, сейчас что-нибудь придумаем. Да. Круто же. Крутой. Я, кажется, не долечу. Чего? Четверой. Опять резня, кстати, будет. Опять резня будет. Если что-то с гейтом делать, это просто резня. Спасибо. Резня, 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 резня. Потом еще раз резня, 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 резня. Резня, 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 резня. И ничего, кроме резни. Ладно, сейчас впишу тебе. Сейчас впишу. А спать? Какой спать, блядь? Я проснулся не так давно. Угу.
Самый безопасный сектор. Где тут Мэтт? Чё сейчас за уши створился? Как насчет того, чтобы из гейта выходили копии членов экипажа, которые будут пытаться выдать себя за свой генерал? Ты должен заменить их? Ебать, нихуя себе, вот это, конечно, прям сильно. Кстати, меня вот все поражало, блин. Почему синдикат не сделают зеркальный гейт-врата, блядь, для того, чтобы врываться на станцию? Типа, это было бы так неожиданно. Антакс ТГ.